В городской поликлинике номер 4 продолжается ремонт. Вслед за первым и вторым этажом капитально обновляют третий и четвертый. Начали с ремонта хирургической службы и урологического стационара. Сейчас завершаются демонтажные работы. Почему не делаем сейчас сразу на двух этажах? Потому что поликлиника очень напряженно работает. Людей каждый день приходит в поликлинику много. Ну и кроме этого основного здания нашего также начат ремонт на Рябикова 96, там, где у нас размещается, располагается Центр охраны здоровья женщин. А там ремонт в основном внешний. Обновляют фасад здания, его крыльцо, плитку на тротуаре. Ремонтные работы развернулись и в филиале городской поликлиники по адресу Ефремова, дом 12. Там также обновляют фасад и кровлю. Из нового оборудования, купленного благодаря нацпроекту здравоохранения, в медучреждении ждут только рентген-аппарат. Сейчас под него готовят кабинет на пятом этаже основного здания поликлиники. Поставят новое оборудование уже в сентябре.